Приветствую вас, друзья! Наверняка многие из вас уже своими глазами видят, до каких размеров разрослась индустрия GameFi. Новые проекты создаются практически каждый день, и анонс или релиз очередной обыкновенной play-to-earn игры уже никого не удивляет. Поэтому в моем сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о куда более продвинутом и масштабном проекте. Называется он Neon Earth. На данный момент проект находится на стадии разработки и сбора финансирования. И стоящая за ним команда, состоящая, кстати, из отечественных специалистов, планирует развить Neon Earth в огромную метавселенную, которая будет содержать в себе множество различных игр, NFT-коллекций, DeFi-протоколов для заработка и внутри которой даже будут выпускаться различные другие варианты медиапродукта. Это фильмы, комиксы, мерч и так далее. И все это будет сопровождаться большим разнообразием способов для заработка. Play to earn, стейкинг, фарминг, NFT майнинг, создание NFT, трейдинг, рефералка и так далее. В данный момент команда Neon Earth уже сделала первый шаг навстречу полноценной реализации своих планов. Сейчас на их сайте уже запущено две простеньких мини-игры, в которые любой желающий пользователь может играть, всего лишь подключившись своим Web3 кошельком. И пока основной токен NEARCH от Neon Earth не запущен, игроки могут зарабатывать в мини-играх вспомогательные баллы NEI, которые в будущем можно будет обменять на NFT токены. Но разумеется, в будущем в метавселенной Neon Earth будут и более продвинутые игры. Например, сейчас полным ходом идет разработка полноценной play-to-earn игры в жанре KKE. Команда уже опубликовала скриншоты, демонстрирующие фэнтезийный и мрачный стиль игры. В данной игре участники смогут как сражаться с друг с другом, так и выполнять сольные PvE-миссии, зарабатывая криптовалюту. И ожидается, что она выйдет в первоначальный релиз еще до конца текущего месяца. Но игры играми, а нас с вами, думаю, в первую очередь интересует именно инвестиционный потенциал данной метавселенной. И основным ее активом является BIP20 токен под названием NEARCH. Их эмиссия является ограниченной, и чеканиться они будут постепенно в течение 5 лет. Утилитарных применений у Neon Earth будет большое множество. Ими будут выплачиваться награды игрокам и стейкерам. На NEARCH будет работать реферальная программа проекта. Их можно будет тратить внутри игры для покупки и слияния NFT. За них будет покупаться игровая энергия и многое-многое другое. А в данный момент получить токены NEARCH можно в ходе предварительной распродажи. Она проходит на официальном сайте проекта Neon Earth. Принять участие в ней может любой желающий. Никаких тиров, вайт-листов и KYC тут не требуется. Просто подключайтесь к сайту своим Web3 кошельком с поддержкой Binance Smart Chain и оплачивайте покупку NEARCH за BNB. Токены будут сразу переведены вам на кошелек. Однако перемещать их можно будет только после начала паблик сейла, который должен стартануть 22 февраля. Однако тут стоит учесть и один важный момент. Цена NEARCH на пресейле не постоянная, она повышается каждую секунду. И если вы хотите ее для себя зафиксировать на все время пресейла, то это можно сделать за покупку Neon боксов. Это особые NFT, которые дают различные бонусы в экосистеме Neon Earth и в том числе замораживают цену NEARCH на пресейле. Но все равно, если вы хотите купить токены, то медлить с покупкой не стоит, ведь хардкап распродажи ограничен суммой в 5000 BNB. А дополнительной возможностью заработать в ходе пресейла и паблик сейла является партнерская программа. Конкретно на пресейле она позволяет зарабатывать 5% BNB и 10% NEARCH от суммы инвестиций вашего реферала. А на паблике и после него доход от ревки будет составлять только 5% токенами NEARCH. Получить свою партнерскую ссылку может любой желающий. Для этого нужно только подключиться к сайту Neon Earth кошельком, перейти в личный кабинет в раздел «Партнерская программа» и скопировать ссылку.
Собственно, и мою реферальную ссылку на участие в пресейле вы сможете найти в описании под этим видео. Только, разумеется, это не призыв к покупке токенов. Любое решение об инвестициях вы должны принимать самостоятельно, после того, как тщательно изучите проект и его токены. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам профита. Пока-пока.